Если говорить об охране классическим там, инструментом в виде патента, то цена вопроса начинается от 30 тысяч рублей. Это не означает, что это будет стоить столько, там может быть чуть меньше, может быть больше. Но мы говорим именно про охрану патентом на территории Российской Федерации. Такой простой, стандартный ценник. Вот. Что касательно уже международного патентования, если опять же мы ограничиваемся масштабами одной страны, то здесь я бы назвал цифру в 1 000 000 рублей, пусть коллеги меня поправят. А почему? Потому что в целом, если к этой услуге подходить как к комплексу подуслуг, то это 1 000 000 рублей. Но при этом одна страна. Соответственно, к охране интеллектуальной собственности за рубежом мы будем подходить совершенно с другой тщательностью, чем к охране интеллектуальной собственности на территории Российской Федерации.